С начала этого года четверо детей в Рязани выпали из окон. Два несчастных случая произошли в Московском районе, два в Октябрьском. К сожалению, в общем итоге погибло двое детей, остальные получили травмы. За весь прошлый год из окон выпало 5 детей. Таким образом, можно наблюдать, что тенденция в этом году ухудшается. Эксперты предполагают, что это может быть связано с пандемией. Рязанцы в этом году много находятся дома. Да и общее психологическое состояние граждан немного расшатано. Возможно, поэтому взрослые не всегда оказываются бдительны, оставаясь дома с маленькими детьми. В 3 случаях из 4 произошедших в Рязани родственники находились дома, когда маленькие дети выпадали из окон. На совещании, которое состоялось 16 июля, представители органов системы профилактики, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники администрации города и представители производителей пластиковых окон пытались найти пути решения этой проблемы. Было уделено большое внимание производству и продаже окон с устройствами безопасности. При продаже окон, при первоначальной продаже, информировать людей, возможно, какие-то делать опции, вкладывать в цену окон именно защелки, замки. Да, это там не панацея того, что спасет, но, по крайней мере, мы понимаем, что дети бывают, иногда остаются одни, вообще одни. Представители производителей окон заявили, что замки от детей идут сразу в комплекте с окнами. Чаще всего люди отказываются от них. Делать это нужно в письменном виде. Кроме замков, на окна можно приобрести специальные сетки. Они не идут ни в какое сравнение с москитными сетками, которые, в свою очередь, явились причиной 3 падений в этом году в Рязани из 4. Москитные сетки создают иллюзию безопасности. Дети действительно часто облокачиваются на них. Однако такую москитную сетку можно заменить специально созданной сеткой для защиты детей. Единица абсолютно заказывает. В основном Москва, Московская область заказывает. А в Рязани, ну, это дорого. Ну, а меньше снизить нельзя, так как, ну, покупается это полотно в Питере. Вот, ну, и все комплектующие покупаются в Питере и здесь уже производятся. Собравшиеся уделили большое внимание и родителям. Взрослым необходимо быть бдительными и никогда не оставлять маленьких детей без присмотра в той комнате, где открыто окно. К тому же на собрании поступило еще одно предложение. Может быть, нам подключить, например, такую работу, как баннеры и билборды на вот каких-то крупных площадях нашего города. Я не думаю, что это с социальными роликами. Я не думаю, что это слишком дорого стоит, да, там для администрации города. Потому что все равно мы визуально считываем и где-то себе в голове откладываем. Представители органов системы профилактики также периодически раздают взрослым в городе памятки о необходимости соблюдения безопасности детей. Ведь выпавший из окна ребенок – это настоящая трагедия не только для самого малыша, но и для всех его родственников.